Key West. Мечты сбываются. Закончилась поездка на троллейбусе моем. Моя экскурсия на троллейбусе. Сейчас я прогулялся по городу. Много магазинчиков, баров. Key West вообще это туристический центр. Это одни туристы и все. Больше ничего. Ну а что еще надо? Вот. Туристы, еще раз туристы. Вот это пристань. Я сейчас должен вернуться на кораблик, купаться, отдыхать. Завтра будем в Майами. И меня ждет перелет обратно в Сакраменто. Да, интересное название города, ну, как говорится. О, интересно, здесь пройти можно? Какой-то я забрел.